Участники международного ралли «Шелковый путь» провели тестовые заезды. На полигоне Омского автобронетанкового института проверяли свою готовность спортсмены, выступающие в дивизионах внедорожников, мотовездеходов и грузовиков. Одним из первых прокачал трассу известный российский гонщик Владимир Васильев. Пилот уже выигрывал серебро и бронзу ралли. Сейчас претендует на победу в категории внедорожников. Тесты были. Ну, тоже, знаете, вот я там тестирую под Санкт-Петербургом на танковом полигоне. И сегодня приезжаем, там такой же танковый полигон. Ничего не поменялось, поэтому тепло, хорошо. Есть соперники, которые приехали, тот же Изид, который мы с ним, по-моему, в 17-м или в 16-м году боролись тогда за как раз подиум на «Шелковом пути». Поэтому есть с кем побороться. Даже Чичири, который 5 лет не выступал, и вот там, приехал, решил опять начать выступление. Тоже быстрый гонщик. На позитиве промчались по трассе и другие фавориты ралли. В классе мотовездеходов на авто типа багги выступит титулованная гонщица Анастасия Нифонтова. Сильная моя сторона, я считаю, то, что у меня, в общем, достаточно неплохая выносливость после мотоспорта. То есть я вот эти все перипетии гоночные достаточно, ну так, не сказать, что прям легко-легко, но выношу нормально. Машину, ребята, мне механики отличные подготовили, я считаю, хорошо. Предыдущие гонки на этой машине показывают то, что она действительно у нас одна из самых надежных, ну, как тю-тю, как говорится, да, там, постучать, поплевать. Ну, и, соответственно, что, штурман, моя Катя Жаданова, тоже она опытный пилот, она сама тоже гоняла на мотоцикле раньше в ралли-рейдах, и сейчас иногда тоже участвует, она тоже знает эту тему очень хорошо, поэтому мы, в общем-то, я думаю, что сильны в разных направлениях. Высокие скорости и отточенная техника в тренировочных заездах мотокроссменов. Первыми на трассу рядом с полигоном 242-го учебного центра ВДВ вышли пилоты из США, Австралии, Аргентины и Австрии. По словам руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, гонка мотокроссменов будет этапом чемпионата мира. В Омске возьмут старт все сильнейшие пилоты. Здесь сейчас за нами расположены лидеры мотозачета в категории ралли-рейдов чемпионата мира. Команды «Хускварна», «КТМ» – это наши гости из Австрии. И, конечно же, важно, чтобы они уехали отсюда, из России, из Омской области, с хорошими впечатлениями. Очень рад, что команда руководства региона, команда дирекции «Шелкового пути» единым таким коллективом провела большую работу, и завтра будет дан старт гонки. 1 июля в 17:00 на Соборной площади пройдет торжественная церемония открытия ралли. Старт гонки состоится 2 июля в 9:05 на полигоне 242-го учебного центра ВДВ.